Привет, дорогие зрители! Мы снова в Бодруме, в местечке Тюрбуку, в отеле Кашья Баймакс Ройл. Это уникальная постройка. Площадь данного отеля составляет 9000 квадратных метров. Он максимально компактный в формате бутик-отеля и состоит из 22 резиденций. А мы тем временем идем между корпусов этого уникального отеля. Он был построен в 22-м году, то есть абсолютно новый, современный, сервис уровня Макс Ройл. И важный момент, отель работает только на завтраках. Каждая резиденция укомплектована полноценной кухней и размещает от 1+1, причем это будет спальня и гостиная, до 8+1. Локация отеля уникальная, есть свой хороший песчаный пляж, территория очень зеленая, ухоженная, растет масса оливковых деревьев. В общем-то, идеально подойдет для тех, кто любит уединенный, спокойный отдых без лишней суеты. Также отель подходит идеально для лонгстей размещения. Гостей до номеров здесь развозят на багги. И тем временем спускаемся к бассейнам, посмотрим их поближе. Дорогие друзья, напоминаю, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Нам это очень важно, всем заранее спасибо. А также пишите, как вам отель, как впечатление. Нам будет очень интересно почитать. Вот как раз один из бассейнов. Около каждого лежака есть QR-код. По нему можно заказать себе напитки, а также сервис. Тут царит атмосфера уединения, спокойствия, релакса. Действительно уникальное место. У отеля частный пляж протяженностью 80 метров, но так как отель небольшой, этого хватит для всех. Песок здесь насыпной, песочек прямо-таки идеальный. Вот как раз виден один из QR-кодов. Также у отеля есть свой пирс с лежаками. Глубина начинается достаточно быстро, но и с детьми здесь также комфортно купаться, потому что вход в море идеальный. Нет ни следа гальки. Море здесь достаточно открытое, поэтому присутствует и ветер, и немного волны все-таки есть. Но пейзаж просто потрясающий, очень красивое место. Теперь просто полюбуемся морем и прекрасной панорамой отеля. Мы посетили это место в мае. Понятное дело, что море еще бодрящее и мало кто купается. Но в сезон здесь вдвойне приятнее находиться. Смотрим виллу 3+1 с прямым выходом на море. Размещает она максимум 9 человек. Здесь у нас санузел, гардеробная. Первая спальня. Вид идет на море. Здесь у нас следующая спальня. Здесь кровать с двойной. Также вид на море. В каждой спальне есть свой санузел с душем, свой внутренний дворик небольшой. И также в вилле у нас один этаж. Пойдем его посмотрим. Отель работает только на завтраках. Свой пляж 80 метров. На спал песок. Здесь есть полноценная постирочная комната. Здесь
еще одна комната с террасой. Тапочки во всех номерах. Еще один санузел. Полноценная кухня. Сварочной панелью. Есть посуда. Белых Макси отдельная посуда. Это 3+1. Нет, она называется 3+1, а нормально 9. Кофемашина. Блендер. Посудомоечная машина. Большая гостиная зона. И вот такой выход из номера с террасы. Перемещение между виллами по всей территории отеля достаточно ровное, без особых перепадов. Нет особых горку с горки, поэтому все достаточно комфортно. В отеле нет никакой анимации, нет ничего для детей. Здесь только вот небольшие бассейны и пляж. А теперь снимем для понимания, как везут на багги до места въезда в отель. Автобусы сюда не приезжают и гостей высаживают наверху склона. Пешком это достаточно большое расстояние, поэтому багги работают исправно. Мы проедем всю дорогу, чтобы вы могли оценить расстояние. Всем спасибо большое за внимание. Напоминаю еще раз, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и отдыхайте в Бодруме.